Здоровое питание – здоровая нация. Под таким девизом выставка «Продукты питания» проработает до 29 марта. Основная тема мероприятия – экологически чистые продукты питания. После торжественного перерезания ленточки свое мастерство гостям продемонстрировал президент Федерации флейринга Сергей Грибков. Известен он тем, что вошел в книгу рекордов Гиннесса, сумев пройти по 155 бутылкам. Но взоры гостей выставки все больше устремлялись к богатым торговым рядам. Здесь представлен весь спектр здоровых продуктов. На выставке можно увидеть, попробовать и приобрести дары из Греции, рыбу с Камчатки, грибы из тайги, мед из Горного Алтая. Мероприятие посещают и просто заинтересованные в покупке качественных продуктов питания горожане и представители предприятий санаторно-курортного комплекса и общественного питания. Выставки такие проводятся именно для того, чтобы сегодня в наш город привозили производители качественные, хорошие, здоровые продукты, экологически чистые. Наш город отдыхающих спортсменов, где обязательно на столах должна быть здоровая пища. Внимание сочинцев привлекла необычная для нашего курорта продукция. Таежные грибы, ягоды, орехи – все собрано в сибирских лесах. Сухие ягоды, земляника лесная, малина лесная, клюква болотная, черник – все у нас есть. Я даже не знаю, с чего. Посмотрю, лист. Брусничный лист, самый полезный. Даже чага, чагу и даже медведи, они очень, как говорят, лечебные. Мясо, птица, рыба, морепродукты, бакалея, приправы, консервация, напитки, продукты пчеловодства. Все это представлено на выставке «Продукты питания 2014». Работает она в гостинице «Жемчужина» до 29 марта. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.